начиная смотреть робота, чей ник прочитать я не могу. Его ник — это две коробочки какие-то, блин. Как это прочитать? Я не знаю. Который в Дискорде. Ты два квадратика. Загружай. Хотя у тебя тут тоже два шарика. А что это такое вообще? Это подобие робота. Я пытался. А что в нем роботского? Мне просто кажется, что это танк. Ну, я не умею строить роботов. Короче, смотри. Как ты в роботы попал? Ладно. Так передвигается. О, анимация ходьбы весьма прикольная. Хоть в декоре я ничего особенного не вижу, но в анимации... Ну, ладно, анимация простая, но выглядит прикольно. Что он умеет? Покажи, расскажи. У него там нету никаких колес, просто он на этом ходит. Я знаю. Умеет поворачивать пушкой, стрелять одной и еще друг. Так, стульчик поставь себе. Ходить, сейчас покажи, стульчик. Как может. Так, стульчик поставил? Нет. А тут еще смотри, когда смотришь прям в пушку, то она кажется белой. Чуть-чуть направо она становится желтой. Ага. Что-то магия. Простая. А, ну ладно. Подожди, я стульчик не буду ставить, я буду ставить себя массу. Ладно. Гениальные технологии. Все, давай. А что ты сейчас собираешься сделать? Летать. Ой, блин. А из-за того, что ты не стульчиком, а маслом, он пролагивает. Вернись на базу, пока можешь. Я могу им управлять, кажется. Не надо. Давай, лети на базу. Я не буду мешать. Ах, все я испортил, как обычно. Так. Ай, подожди. И как я тут стульчик поставлю? Ладно, вот так тогда. Тут стой, не двигайся. Даже пальцем не трогай ничего. Так, все, садись. Ой, поехали, то есть. Полетели. Да. Ну, я не знаю, как это относится к теме роботов. Только из-за того, что он ходит так, наверное. Ну да, просто я не умею роботов на двух ногах строить. У меня с этим проблемы. Ну, на танк было похоже. Ну, давай я управление возьму на себя. Давай, сейчас слезу как-нибудь. Ай. Давай, садись на мое. Тут есть твердый знак, как клавиша. Ну, да. Так, а как ходить-то? Ходить на букву Е нажми. И вот, он ходит. Прикольно. И назад. Угу. Дальше он может стрелять пушками. Это F, другая R. Угадал с первого раза. Так, мягкий знак. Вот, поворачивается и башня. Летать может на букву Z английскую. Уи! Красные турбины на букву X английскую. Уи! Проходим билд-бот на танкороботе, спидран. Не сможет, он без ноги. Ты чё, знаешь, я какой пилот хороший? В кавычках. Минус ноги. Да нормально, еще живем. Теперь включай ракету. Это сложно. Я забыл, на какую клавишу просто. Я начал на всю клавиатуру. Я не успокоюсь, пока на нем билд-бот не пройду. Ладно. Давай. A few moments later. Ладно, все. Я успокоился. Давай дальше посмотрим. Ну, загрузи его опять. Давай. Так, ты сказал мотор на случай, если отвалится, да, там, ноги. Угу. Садись, сейчас буду еще этот мотор включать. PvP режим включи. Сейчас выключу. Там мне на сбитие ног. Надо развернуться еще так. Не, стой там, как хочешь. Есть подсказка, стреляй по самим блокам. Там никаких креплений к роботу нет. Они да блин. Снизу идут. Ай, ты меня бьешь. Тебе не больно? Больно. Короче, у меня есть идея. Какая? А, ты мой стульчик сломал. Ой, загружай заново. Я короче, вопрос. Давай искусственно уберем ноги. Цивилизованным путем. Прими. Да, блин, я тебе помогу. Молодец. Все, давай мотор показывай. Убедись, на QE нажми, ты сможешь двигаться. QE. Правда плохо. Из-за того, что остались эти ноги. А теперь? Вот эти убери. Вот, баба. Все. Я могу двигаться. Правда плохо. Очень. Ну вот мотор. Можешь плавать. Ну, хочешь что-нибудь про своего робота сказать, который сначала похож на ховер, а потом летает? Ну, хочу сказать то, что он строился очень быстро. Ну, видно. Декором не заморачивался. Этот блок только, чтобы пушки не перевешивали. Так они перевесят, если не будет опор. Давай, кстати, напоследок покажу, что у него там. Ну, давай. Вот шарниры, которые там что-то крутили. Ну и все, так он работает. Угу. Можете смотреть, копировать. А как ты пушки все сразу скрыл? А, там же сейчас новая функция есть, удобная. Да. Блин, раньше я сидел, мучился, все эти пушки скрывал, а теперь можно вот так, и все. И еще вот так вот можно. Раз, два, три, четыре. Еще можно вот так. Ой, не то сделал. Ой, за что? Ну, вот теперь... такой робот,
Ой-ой-ой. Ой, а это что? Это не мое. И не мое. Я умер. Ну, на этом все. Что-нибудь хочешь в конце сказать? Ставьте лайк. Всем пока. Пока. А там какой-то стульчик в небе висит, смотри. А это только у меня.